Один человек пострадал в результате столкновения двух фур. Итоги ДТП на трассе Цивильск-Ульяновск попали в объектив видеорегистратора одного из автолюбителей. Авария произошла накануне в 23:10. По предварительной информации, один из водителей не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. А вот в областном центре от невнимательности автовладельца пострадал уже пешеход. В Свияжском районе города Ульяновска на улице Азовская, дом 55А, в 6:20. По предварительной информации, водитель, 38-летний мужчина, управляя автомобилем «Джили Эмгранд», допустил наезд на пешехода, который двигался по парковочной площадке. В результате ДТП пешеход, 54-летняя женщина, доставлена в медицинское учреждение.